вопрос. У вас к нам вопрос. Ну, давайте сначала. Я хотела сказать, первый трек, который ты поставил, это очень популярная сейчас тема у джазовых музыкантов ставлю. Я даже вот Кубика звал, когда была периодически, ну, знакома с Кубика, но лично, ну, и постоянно очень много джазовых музыкантов, это как-то используют большинство первый трек, чем во второй. Как это сейчас такая тема развивается. Вот. Вопрос, это, мне кажется, эта тема будет дальше развиваться, да? То есть такая джазовая история, больше именно обработки, да, я так понимаю? Ну, скорее всего, она будет развиваться. Все, наверное, зависит от людей, которые будут развивать. Ну, а нет, но очень хорошее первое, то, что мне очень понравилось первое, потому что очень близко. Потому что сейчас большинство музыкантов джазовые именно используют первый трек. Я вот заметила, что начало вступление тоже. Возможно. У меня к вам вопрос. Почувствовали ли вы разницу того, что я поставил сейчас, по отношению к тому, что играл до этого? То есть до этого мы слушали в основном все-таки эстрадные пластинки, сейчас мы послушали именно джазовую пластинку. Какая-то разница, ну, почувствовалась вам? Есть ли какие-то идеи? Ну да, то есть барабанные партии вообще другие. Немного по-другому прописано. Как вы думаете, почему? Да, ломанный ритм, но в принципе и в эстрадных композициях тоже можно встретить ломанный ритм. То есть, в принципе, все, что мы разные слушали. Правильно, школы разные. Дело в том, что вот это основная, ну, такая, это не то, что даже проблема, а это просто факт. И факт заключается в том, что в Советском Союзе было, ну, школ было много, но было, скажем так, два направления или два каких-то, ну, не знаю, вот, сословия музыкантов. А первое – это самодеятельные артисты. То есть это те артисты, которые один взял гитару, другой взял барабан, они собрались в ДК и начали что-то ломать, пробовать. И были люди, которые имели музыкальное образование, которые, собственно, занимались этим всю жизнь, которые писали музыку для кино и зарабатывали с помощью этого денег. Вот. Соответственно, если вы слушаете пластинки тех и других, то разница, она налицо. То есть это в первую очередь, это хорошая звукорежиссура, то есть это адекватный мастеринг, это барабаны как ведущий инструмент, который слышно в принципе на эстрадных пластинках, они где-то там, что-то вроде они играют, но их не слышно, да? А соответственно, если слышно барабан, то эта музыка заставляет как-то двигаться, да? Ну, кто-то может любить более спокойную музыку, его не заставляет, но тем не менее у меня она вызывает какие-то более такие яркие эмоции. Вот так. Это тоже мелодия, да? Это ансамбль мелодия был, да. Mm-hmm. Просто чуть озвучить, наверное, и так многие догадались, что люди использовали в зависимости от республик какие-то свои национальные ритмы, да, мы уже про это говорили, что что-то похоже на лезгинку где-то, да. И, например, если взять именно Центральную Азию, Казахстан, Узбекистан, то там именно джазе они используют какие-то свои инструменты, очень интересно звучит. В том числе, кстати, идея песнеров тех же была. То есть, мол, почему они такой фурор произвели? Потому что Мулявин он взял именно народные композиции, всем известные, под которые все белорусы уже там на протяжении множества лет танцевали, слушали их, и добавил в них такую, скажем так, эстрадную линию, чуть-чуть джазовую, чуть-чуть эстрадную. Вот. Кстати, касаемо песнеров, у них на пластинках записаны не самые интересные их треки, а вот если будет возможность, или, ну, возможность у вас будет, интернет у всех есть, если будет желание, поищите живые выступления песнеров конца 70-х, начала 80-х, и послушайте, что они играют там, и что, собственно, сравнить с тем, что записано на пластинках. То есть то, что они играют на концертах, это что-то близкое к тому, что мы слушали сейчас. Да? То, что записано на пластинках, это больше все-таки акцент на вокал. В принципе, в Советском Союзе был больше акцент на вокал, на голос, на песню. И не знаю, плохо это или хорошо, но тогда это было так. Собственно, в этом весь факт. Но она так здорово вырезала все просто.
На самом деле не совсем, да, то есть цензура вырезала частично, но множество оркестров просто они играли по заказу, да, то есть там даже дело не в цензуре, например, у меня была возможность взять интервью такого человека-композитора, известного в Армении, Мелик Мавсикалян. Это, собственно, ну, это вот как у нас был Гаранян, ну, он грузин Гаранян, да, но тем не менее, нет, Гаранян, армянин. Он армянин, да. Армянин, да. Он сочинял музыку на территории России, а такие люди, как Мавсикалян и Арбелян, они трудились на территории Армении, они там были, вот как у нас здесь Гаранян, то есть они всему, чего можно было там написать, музыку ко всем фильмам, мультикам, они написали. И он говорит, что по сути, для них никакой цензуры не было. У них просто были определенные заказы, и на вопрос о том, возможно ли было записать полностью инструментальную пластинку, он сказал, ну, теоретически можно, но было принято, что 1-2 трека инструментальных, а остальные вроде как должны быть с вокалом. Вот. То есть это просто было так принято, и, собственно, ну, опять же... То есть деньги за это платили, а они это не делали? Ну, возможно, да, как-то, наверное, платили. То, насколько интересные советские дизайны были, да, насколько красочные. А, вообще, у меня есть один знакомый дизайнер, и он мне рассказывал о том, что советский дизайн считается, ну, короче говоря, в цене вот, среди дизайнеров всего мира. Вот, и далее мы переходим, опять же, к товарищам из кавказских стран и, собственно, из Азербайджана, перепрыгиваем в Грузию, к товарищам, о которых мы сегодня уже говорили, а именно Е-75. Вот, то есть это как раз тот же ансамбль, который переигрывал афрокубинский ритм. Афрокубинский ритм – это, кстати, кавер на такого известного афро-товарища, которого звали Фэлла Кути. Ты не слышал про такого? Вот. Но это, собственно, такой один из отцов африканской такого афро-джаза, афро-фанка. Вот, собственно, они и играли. Так, и... Союзе проживало людей. В Советском Союзе, если не слушали, слушали только вот на этом маленьком площади. Ну, может быть, да. Но тем не менее. Вот, мне кажется, что это не так много, потому что ну, это сейчас есть интернет, и сейчас каждый может себе скачать композицию. А просто представьте Дос Мукасан, например. То есть это Битлз для Казахстана. Каждый знал, кто такие Дос Мукасаны, каждый хотел их пластинку. Но, например, проживало это, там, естественно, не 10 тысяч, сколько в Казахстане, я не знаю, сколько. Ну, миллионов там, да. Да, то есть 5 миллионов и 10 тысяч, это... В процентах? 0,05. А, ну да, я еще не учел, что тогда даже не было дисков. Да, то есть этого уже ничего не было. Только пластинка – это единственный носитель был. Еще были пленки. Пленки, в чем их суть заключалась? То есть, например, на пленке можно было записать что угодно. То есть, например, если у тебя была дома пластинка, ты мог записать ее на пленку и подать своему соседу, чтобы он на пленке слушал. То есть именно сделать пресс пластинки, ну, это невозможно. Это нужен завод, это нужно матрицу отрезать. Вот. Единственное, что некоторые были такие мастера, которые на рентгеновских снимках умудрялись прорезать пластинки с помощью самопальных резаков виниловых, вот. В Штатах делали ацетатовые прессы, то есть такой ацетат брали. В Питере сейчас записывают. Да, но в Питере сейчас записывают сразу на винил, то есть это ну, да, не ацетаты. Да, сейчас, в принципе, на самом деле много где уже записывать стали и много уже
появилось каких-то лейблов. Но тем не менее, конечно, если в странах Европы и в Америке виниловая культура, она не умирала до конца, то есть она, ну, уходила в тень, скажем так, но все-таки оставались коллекционеры, то у нас она вымерла просто как динозавра. То есть фактически у нас все эти пластинки были уничтожены. Вот, кстати, к вопросу про 10-тысячные тиражи, даже про, например, 50-тысячные. Вот представьте себе, сколько этих пластинок на помойке оказалось. В принципе, большинство, наверное. То есть, ну, если к моей практике перейти, то мы обошли все библиотеки и в Москве, во всех этих городах. Да? То есть библиотека некоторых сохранился винил, потому что еще в то время в нотно-музыкальный отдел по заказам присылали все, что выходило. Мы обошли уже, ну, я не знаю, сколько барахолок я повидал, и вот бабушек и объявлений. То есть я вид проверяю 2-3 раза в день. Вот, в надежде, что... Это значит, я в детстве находил пластинки и делал вот так. Да, вы делали вот так, и по закону кармы вы выкинули те самые пластинки, которые вам сейчас могли быть более... наиболее интересно. Ну, я так про себя думаю, потому что я тоже им ошвырялся. Для меня это было развлечение. А сейчас я думаю, что все те пластинки, которые я нашел... А? На дисках отыгрываться. На дисках. Ну, как бы я. Короче говоря, 10 тысяч, с учетом, что большую часть выкинули, это очень-очень мало. Поэтому, собственно, пластинки такие дорогие. Вот, еще стоит отметить, что мы сегодня не взяли эту пластинку, хотя она в библиотеке есть. Есть такая республика Туркменистан, все ее знают. Кто не знает, какой режим в Туркменистане? Диктаторский. Да, вы почитайте, очень интересно. То есть суть в чем? Суть в том, что после развала Советского Союза, ну, в Туркменистане к власти пришел диктатор, который закрыл все школы, закрыл все поликлиники, все культурные учреждения, ТК, библиотеки и по улам всех людей раскидали. Вот, соответственно, что произошло с пластинками? Пластинки оказались, ну, где-то, ну, явно не в том месте, где должны быть. Вот, а с учетом того, что я говорю именно про пластинку, такая есть ансамбль «Фирюза» назывался. Эта пластинка, кстати, она полностью инструментальна, 4 трека, психоделика, джаз-рок, вот. Ну, вообще, музыка странная, не очень свойственна для Советского Союза. В общем, опять же, с национальными какими-то мотивами, тираж, я не помню какой, ну, там, 1015, может быть. Ну, даже, скажем, 20-30. Вот представьте, с товарищем-диктатором, где эти пластинки оказались. То есть, фактически, уцелели только те копии, которые были, ну, каких-то меломанов, действительно, которые это хранили, да. А, опять же, из-за... того количества, кто музыку слушает, реальных меломанов сколько? 0,5% или 0,01% или тысячная, да? То есть все из нас слушают музыку, но кто себя может назвать меломаном? Наверное, очень мало кто. Вот, то есть, наверное, только у меломанов эти пластинки сохранились, либо те, которые в то время из Туркменистана попали на территорию, возможно, России, возможно, Казахстана, возможно, каких-то других республик. Вот, то есть цена пластинки, ну так просто для сравнения, цена пластинки какой-нибудь там альбома мелодии Аллы Пугачёвой сейчас какая? 30 рублей, на барахолке, на любой, то есть если вы пойдете, можно найти, ну не знаю, 10 копий. Хотя музыка, вот именно первый альбом Пугачёва, хороший, вы послушайте, 70-е. Потом, конечно, начинается ужас, мам не горюй, но 70-е очень-очень-очень. Диска хороший, качественно прописано, кстати. Есть даже полностью инструментальные пластинки Пугачёвой, точнее не Пугачёвой, а ансамбль «Ритм», который с ней играл. Пластинка, более того, записанная миксом. Да, то есть там трек один в другой переходит на протяжении всей пластинки. Ну, поищите, может, называется «Дискотека», нередко, легко найти, вот на барахолку. Езжайте, обязательно найдете. Вот. То есть цена пластинки там Пугачёвой, «Синие птицы», не знаю, что там сейчас популярно было. Ну, песнеры чуть-чуть менее популярны, но тем не менее. В принципе, ну, от 30 ну, до 400 рублей на молотке в идеальном состоянии. Цена пластинки «Фирюза» на международном рынке 1000 евро. Ну, как бы разница налицо, да?
Вот это к вопросу редкости каких-то отдельных пластинок. Вот, и мы переходим, наверное, чтобы сильно тоже не затягивать, к последней пластинке. Это как раз уже наш российский товарищ, которого звали Анатолий Кролл. Он тоже писал музыку для достаточного количества фильмов, мультиков, для достаточного количества артистов. Но нам интересно сегодня будут его именно инструментальные треки. И я хотел бы два трека поставить. Первый трек будет поспокойней, тоже такой чуть-чуть психоделическим уклоном. А второй трек будет уже чисто джазовый. Слушаю, естественно, у меня направленность к чему-то чуть-чуть больше, к чему-то чуть-чуть меньше, да, то есть я, например, не люблю эстраду вообще, мне не нравится, а я люблю больше вот именно что-то такое. Мне больше нравится что-то психоделическое, мне больше нравится, когда инструменты не совсем в ладу, то есть какой-то там даже между собой спор происходит. Сильная доля в какой-то момент попадается посередине. Возможно, и такое. Вот, то есть это просто, не знаю, как играли, так играли. Вот, касаемо вашего вопроса, да? Художественный прием. Да, возможно. Специально намеренно. Я думаю, специально. То есть, опять же, если взять именно Кролла, то это опять же тот человек, который занимался музыкой постоянно, который этим жил, да, то есть это все-таки профессиональный музыкант, это не самодеятельность. Еще, может, три вопроса. Да. Можно вопрос задать? А какая именно пластинка больше впечатлива? То есть, когда вот слушаешь, какая вот самая пластинка, которая любимая, которая впечатлива? Ну, тяжело сказать, потому что, во-первых, со временем чуть-чуть вкусы меняются. То есть, например, то, что мне не нравилось 5-6 лет назад, сейчас мне начинает нравиться, и наоборот. То есть, это раз. И два, наверное, зависит от настроения какого-то жизненного, может быть, этапа. То есть иногда мне больше нравятся какие-то веселые треки, иногда какие-то более спокойные. Какой-то, одной пластинки, которую я люблю больше остальных, у меня нет. Но, в принципе, если сказать к тем, к которым я наиболее расположен, это Гая, только другой альбом, не тот, который мы сегодня слушали. У них есть еще один альбом. Собственно, он является одним из моих самых-самых любимых. И трек «Дос Мукасан», который мы сегодня слушали, который всем так понравился. Вот это тоже, лично для меня это первый. Я считаю, что это просто произведение
и какой-то, ну, во мне много всего будет. То есть я улетаю в какие-то другие измерения, когда я слушаю этот трек. Вот, наверное, вот эти две пластинки для меня какие-то наиболее значимые. Касаемо вот этой пластинки, она для меня тоже значимая. Почему? Потому что это была первая редкая советская пластинка, которую я нашел. То есть началось все с того, что я собирал какую-то просто классику фанка, Джеймс Браун, Бобби Бёрд, Лин Коллинз и так далее, чуть-чуть диско, чуть-чуть рока. И у меня были друзья, которые, ну, скидывали мне периодически советские треки, которые напоминали как-то отдаленный фанк. В большинстве своем это была эстрада. Вот. Но, тем не менее, меня как-то это заинтересовало. Я начал ездить, опять же, по барахолкам, по магазинам. Потом у меня еще появился проигрыватель переносной Vestax, такой маленький, с помощью которого можно пластинки слушать, ну, не от сети, а с помощью батареи. У меня появилась возможность слушать на месте, то есть не скупать все подряд, а просто приходить, там, брать стопку пластинок и переслушивать их, и искать то, что мне нравится. Вот. И первое, что я стал находить, это как раз те кусочки, которые мне скидывали мои друзья, как мне уже известно, как уже мне известно, а потом что-то новое. И все-таки сначала это был упор на эстраду, даже не потому, что она мне больше нравится, потому что она часто попадается. То есть, опять же, придя на любую барахолку, пластинки Пугачева вы всегда найдете, пластинки Высоцкого вы всегда найдете. Здесь стоит отметить, правда, что и у Пугачева, и у Высоцкого есть разные редкости пластинки. То есть есть пластинки, которые выпущены огромными тиражами, есть пластинки, которые выпущены очень минимальными тиражами, закрытыми. Например, у меня была коллекция пластинок Высоцкого, выпущенных тиражом 999 копий, из которых 99 копий были подарены друзьям, они были именные, на остальных написан номер от руки. То есть это не просто заводской пресс, а это каждую пластинку подписали. Да, 99 Высоцкий подарил друзьям, товарищам, не знаю, продюсерам, музыкантам, всем остальным. Остальные разошлись по, я не знаю, по кому, по коллекционерам. Я представления не имею, каким образом, ну, мне кажется, в продаже их не было. Вот, они напечатаны были во Франции. Вот, причем планировалось к выпуску, называется серия «Светлой памяти Владимира Высоцкого». Вот, насколько я понимаю, они были уже после его смерти выпущены. И насколько мне известно, по крайней мере, по там первой пластинке, на ней написано, что 40 пластинок, не тираж, а серия 40 пластинок подразумевает. А в дальнейшем, когда я уже общался с людьми, которые занимаются именно Высоцким на профессиональном уровне, то есть это, опять же, ну, продавцы редких пластинок Высоцкого, они мне сказали, что 40 пластинок так и не вышло, вышло вот все те 7, которые у тебя есть, то есть фактически на полную серию было. Я ее продал, поскольку я эту музыку не слушаю, просто, ну, искал свое, нашел редкое, удачно продал. Вот. Но тем не менее, возвращаясь к нашей беседе о редкости, нередкости и барахолках, просто какую-то популярную пластинку Высоцкого, типа серии, например, на концертах Владимира Высоцкого, либо там, опять же, альбом Пугачёва, где «Три желания», «Бубен шаман» и вот эти все треки, они на каждой барахолке есть. Именно поэтому они мне первые попадались. Потом, когда у меня уже скопилась вся вот эта эстрада, там несколько ящиков, да, ну, не вся, конечно, эстрада, а те эстрадные пластинки, которые отдаленные джазовые какие-то ритмы, фанк, я начал натыкаться на какие-то новые, более интересные пластинки, то есть у меня уже эти меня не интересовали, я чуть глубже стал рыться, тоже общаться еще с другими ребятами, которые что-то подобное собирают, и узнал название некоторых редких пластинок, в том числе вот это, потом даже VIA-75, Иверия, Гая, Тосму Касан я очень знал уже Градского и так далее. И вот именно оркестр «Современник» — это первая, ну, скажем так, редкая пластинка, которую я нашел. Нашел за 50 рублей на барахолке. Вот, был очень рад, что я приобрел. Вот, в принципе, за все эти 8 лет мне попадалось 4 копии всего, чем у меня прошло. То есть пластинка действительно редкая. Кстати говоря, в обложке
Я не находил ни разу. Вот это библиотечная копия, у меня в обложке нет. То есть если кто-то из вас знает, кто-то не знает, еще были такие так называемые, ну, американцы это называют company sleeve, либо generic, у нас это называлось техконверт. Вот, техконверт, это значит конверт без иллюстрации, и очень много пластинок выходило именно в конвертах без иллюстрации. И в том числе оркестр «Современник», он, видимо, в обложке был напечатан каким-то маленьким тиражом, потому что они попадаются только вот в тех конвертах. В обложке очень редко считается. Так вот, вопросы? Да, то я на классик назвали саундтреком. Да. Вот, а часто ли делали именно такие, посвященные конкретным фильмам пластинки? На Западе вот каждый фильм имеет свой саундтрек. Ну, у нас на самом деле к популярным фильмам, ко многим делали, конечно, не ко всем, вот, но есть пластинки очень редкие. То есть, например, всем известен наверняка фильм «Операция Ы». Это мой любимый фильм с детства, я не знаю. Я, если его буду смотреть подряд, в течение недели, месяца, просто не делая ничего больше, он мне не надоест. То есть это, ну, на самом деле фильм, который я просто обожаю. И саундтреком к нему выходила 7-дюймовая пластинка, такая маленькая. В Советском Союзе на 7-дюймовой пластинке отрезали 3 или 4 трека. Вот. И, собственно, эту пластинку за 7 лет, попалась она мне только один раз, и то нашел я ее в Казахстане, в Алмате. Вот. То есть это очень-очень редкая пластинка, но стоит она порядка, опять же, если международный рынок посмотреть, то порядка 100 евро. Mm-hmm. Вот. Есть какие-то более популярные, то есть, ну, там, не знаю, фильм «Мы из джаза», фильм «Кавказская пленница», тоже на каждой барахолке можно найти просто какой-то супер популярный. Вот тот же «Градский роман самовлюбленных», на самом деле она тоже не очень редкая, она просто одно время была в цене, потому что один из известных продюсеров, который занимается именно психоделической музыкой, он выложил на какой-то американский форум в подборке, то есть в компиляции он выложил этот трек. И ее сразу во всем мире начали искать, поэтому цена пластинки взлетела на какое-то время, сейчас она падает. Ну, на самом деле пластинка не супер редкая, то есть, например, пару недель назад я в Пятигорске на барахолке нашел две копии, ну, не знаю, полчаса. Но у нас почему-то именно в Москве и в Питере она редко попадается, на самом деле. А в городах достаточно часто. Еще, давайте. Ты танцуешь, да? Да. Что, хип-хоп? Брейк. Нормально. Тем более. Видел, как битмейкеры берут фанковские биты? Ну, во-первых, конечно. Фанк — это больше к брейкингу. Но когда фанк начинает делать под хип-хоп, и на батлах часто про хип-хопу. И когда начинает фанк, так сказать, хип-хопские сводить батлы, их оператор это качает, ну, получается не очень. От этого, на мой взгляд, звучание хочется, как бы ты. Умениях конкретного человека. То есть, в принципе, весь хип-хоп — это фанковый сэмпл. То есть, вся основа хип-хопа и 80-х, и 90-х — это все джаз, а фанк просто качественно сделан. Любой абсолютно трек классических групп 90-х, типа Tribe Called Quest, De La Soul, Jungle Brothers, это все фанковые сэмплы. Ничего, никто для них специально не играл, просто брали джаз и фанк и резали. Просто вопрос в том, что кто-то режет качественно, кто-то режет не очень. Честно говоря, если взять эры музыкальные, то я считаю, что 70-е — это отличная, ну, лучшая эра фанк-музыки, психоделической музыки. 60-е — это лучшая эра для джаза, босановы. 80-е — это лучшая эра ни для чего. Ну, может быть, начало 80-х — диско еще не испортилось, да, то есть конец 70-х, начало 80-х — диско. А 90-е — это эра хип-хопа лучшего, и я считаю, что после 90-х все, что делали, ну, может быть, 1% из 100 – это что-то просто адекватное, а остальное это все просто, ну, на мой взгляд, не по-моему. То есть это просто мои вкусовые предпочтения.
Если опять же вернуться к 90-м, то все это на фанковых сэмплах сделано, поэтому ничего такого плохого нет. Просто мастерство нужно, чтобы качественно сделать. Как-то так. Сейчас нам все быстро, и даже не особо. Ну да, сейчас больше всяких, не знаю, каких-то именно компьютерных тем добавляют. То есть раньше было все просто. То есть, по сути, брали какой-то кусочек, делали луп, сэмпл и его составляли. То есть, ну, на самом деле, опять же, многие хип-хоповые классические треки, они вообще, ну, даже не сэмплированы, то есть, они просто зачитаны под фанковый инструментал. Очень много таких. Такой вопрос. Значит, если взять пластинку с целью порезать ее на лупы, что-то из этого сделать, и взять тот же самый трек, например, на ВКонтакте, или там даже в ваннах, где ты его взять, это разница. Ну, тоже и тут, и так. Тут такой момент двойственности присутствует. Почему? Потому что магия в принципе... Магия винила. Ну, тут здесь дело не в магии, я сейчас пытаюсь объяснить. С одной стороны, на той аппаратуре, на которой большинство из нас слушает музыку, а это чаще всего компьютерные колонки за 300 рублей. На них разница винила и MP3, там, хоть 16 килобит в секунду, вы сильно не услышите. А если взять все-таки хороший звук, студийный звук, то разница реально есть. Почему она есть? Ну, просто потому что это аналог, тут звук глубже, это раз, плюс... Ну, такой есть еще момент, что пластинка, как говорится, она никогда не звучит дважды одинаково, потому что попала пылинка, чуть-чуть уже что-то, да. Ну, то есть это такие моменты. Цифра — это все-таки цифра, то есть это... Маленько не в этом заключается. Нет, я не понял, значит, да. А именно в самом процессе, то есть когда ты берешь пластинку, тактильные ощущения, крутится диск, смотришь, да, слушаешь, или ты просто с щелчком мыши смотришь в монитор, там, Ну да, но я как говорю, винил это для психов, типа меня, то есть вот к вопросу о кинестетике, я кинестетик. Если кто понимает, что это такое, большинство, наверное, понимает, то есть мне нужно щупать, нужно тактильное ощущение, мне приятно, когда я чувствую какой-то запах, поэтому, наверное, вот я пластинки выбрал, это одна из причин.